снимаете все, что вам вокруг понравится. Держите камеру, понятно? Так, вот, всем привет. Камера уже включена. Парапланчики. Это Маша, меня зовут Дима. Сейчас будем потихонечку стартовать. Находимся в Гудауре. 2350 метров над уровнем моря. Для того, чтобы все получилось, пару так, отходите, вперед. Пожалуйста, уйдите туда дальше, к камню. Да ничего, сейчас одну фоточку. Я думаю, не зацепит. Вперед, Маша! Все, Борёк, хорошо. За Украину! За Родину нашу! Это приняли, я чувствую. На грудь взяли. Минимальный вес. Она снимает сейчас... Немного вокруг, она широко снимает. И чем дальше ты ее держишь, тем будет красивее. То есть на вытянутой руке будешь держать, будет самый красивый.
А справа вот там, это там бассейн какой-то или что это там? Вода справа. Что это там? Что? Справа вон вода какая-то, а вот это вода, да. Это озеро. Это озеро? А, это озеро. Часть гидроэлектростанции. Как и речка снизу тоже там небольшая, сейчас самая маленькая сейчас, потому что все-таки снега уже давно нету, а дожди еще не начались.